Ребята, посмотрите, что мы нашли. Мы вот, по... ну, там мы, не знаю. Мы просто гуляли по аллее и нашли... Ну, с той тропинки вышли, ну, и нашли это. И нашли кресло, что ли? Да. Да, это кресло. И кто его вообще сюда? Пойдемте, тут еще какая-то тропинка. И сегодня... Ну, кресло это не самое важное. Мы сегодня пойдем по этой тропинке. Да. Всем дан, с вами Богдан и Дима! Всем привет! Вот смотрите, что мы нашли. Тут, вот тут. Вот это тут. Секретная дорожка. И мы пойдем вот сюда и посмотрим. И эта дорожка нам большая. Мама мия, что тут произошло-то? Кажется, здесь был пожар. Да, да, но... Очень опасно. Опять тропинки. Богдан, давай ты будешь комментировать. Так. Не-не-не, мне уже показалось, что кто-то стоит. Вот, держи. Так. Вот здесь очень трудно пробираться. Да, очень. Но пробираться мы сделаем. Богдан? Видите? Угу. Так. Ну, там еще тропинка. Подписчики, поставьте лайк. Вы бы прошли через столько веток. Да, если вы наберете где-то... Ну, давайте мы для начала наберем 5 лайков. Давайте мы наберем 5 лайков. И тогда... 10 посмотрим, чтобы мы пошли туда. Ну, вы наберете 5 лайков, мы пойдем по другой развилке. И... Здесь какое-то интересное место. Так. О, так. О, еще. Вот здесь. Да, ну, вернуться-то. Пойдем. Я думаю, мы лучше свалим отсюда. Лучше пойдем дальше. Да. Что мы еще встретим на этом пути? Вот. Смотри. Там еще одна дорожка. Да нет, давай по этой. Ну, да, тут много дорожек. Я даже сам не знаю, куда. Так, и куда пойти. По-моему, ли это дорожка? Ну, дорога окончается. Всем пока.